Всем привет, с вами Зред, и это новая рубрика. В общем-то, в ней я буду рассказывать о небольших аспектах о создании игр в Skira Construct. Такие видео будут занимать порядка минуты, то есть будут они у нас коротенькие. Ну что ж, давайте приступим. Первое, что я вам покажу, это, собственно, звуки. Как добавить в свой проект звук и как вообще воспроизвести его. В общем-то, для начала нужно создать новую игру. Теперь ищем папку Sounds и добавляем звук обязательно с расширением Wave. То есть Windows, что-то там аудио, сколько я помню. Вот, как видим, добавили. Теперь, допустим, добавим кнопку. Напишем там что-нибудь типа play. И пойдем в редактор. Добавим новое событие. Он button click, то есть нажата кнопка system. Пишем play. Play sound. И сюда вписываем вот этот наш файл. .wave. Обязательно пишите через точку расширения. Финиш. Запускаем нашу игру. Как слышим, звук проигрывается. Всем спасибо. Ждите новых выпусков. Всем пока.